знаю, как для других композиторов, но для меня все вот эти композиции, они навеяны какими-то яркими жизненными впечатлениями, вот образами. Увидел и захотелось это озвучить. Это получается своего рода картины. И следующая композиция, которая прозвучит, называется «Тень птицы». Мой маленький ангел с бородой, я хотела сказать. Я не знаю, зачем. Сюрприз.